вещи, чтобы посмотреть, есть ли тут вообще что делать. Покажем мини-ролик, снимем, а вы поймете, стоит сюда ехать или нет. Пару месяцев назад мы побывали в белорусском городе Могилев и посетили два довольно-таки интересных места. Это зоосад в Буйничах и парк, который построили, или как правильнее сказать, благоустроили на Подниколье. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Не стесняйтесь, поставьте прямо сейчас. Зоосад встречает посетителей приятной глазу зеленью различного калибра, а также возможностью купить булок с кофе, пострелять из автомата и покататься на качелях. На мой взгляд, очень клевой фишкой зоосада является самая настоящая улица мастеров. Зайти в любой дом, понаблюдать за работой мастера, пообщаться с ним, если он не занят. И самое главное, можно приобрести уникальные подарки для себя и близких. Место реально очень клевое и атмосферное. Есть даже дом самогоноварения. Можно зайти и замахнуть шарку настоящего первача. Все работы выполнены мастерами вручную. Есть дешевые и простые, рассчитанные на ежедневный поток клиентов. А есть и те, в которые вложено очень много труда. Зацените, например, вот эту обалденную сову. Следующее место, которое мы посетили, это зоопарк, который находится на территории зоосада. Я не люблю зоопарки, потому что считаю, что смотреть на животных в клетках – это сомнительное развлечение. Единственное, что стоит отметить, что здесь у травоядных животных довольно-таки большие вольеры под открытым воздухом, и выглядят они сытыми и ухоженными. Хищников же тесные клетки, и смотреть на них без сожаления не получается. We'll be right back.
После прогулки по зоосаду мы отправились на встречу с местными друзьями в район, который называется Подниколье. Когда я учился в Могилеве, а было это, к слову, 20 лет назад, на этом месте находилась поросшая кустами и бурьяном свалка. Ну а теперь посмотрите сами, как преобразилось это место. Подводя итог, хотелось бы сказать, что Могилев – это один из моих самых любимых белорусских городов. И места, в которых мы побывали, это, конечно же, далеко не единственные достопримечательности этого прекрасного города. Если вам понравилось видео, отблагодарите нас лайком и подпиской. Если не понравилось, влупите нам дизлайк. Также мы с удовольствием пообщаемся с вами в комментариях. Спасибо за просмотр, до новых встреч!